Всех приветствую на канале Friendly Ants. Сегодня вы увидите очень грустное видео. Мы начинаем. Прежде чем писать злобные комментарии и ставить дизлайки, выслушайте мою предысторию. Эта матка появилась у меня летом, я ее словил около своего дома. Данная матка всегда благополучно съедала свой расплод, хотя я ее хорошо кормил, а перед смертью она снесла небольшой пакетик яиц. Тем, кто кушает и особо впечатлительным, просьба отойти от экрана. Данная матка уже мертва. Я ее разрежу, чтобы показать, что находится внутри данной матки. Даже когда она съедала яйца, я все равно надеялся на потомство этой матки. Это произошло просто очень быстро. Как-то раз я просто взял, открыл шкаф, хотел посмотреть на данную матку. Смотрю, а она мертва. Посмотрим, что за внутренности у этой матки. Из матки вытекла какая-то белая жидкость. Скорее всего, это внутренности вперемешку с сиропом. Кто-нибудь скажет, подумаешь, это же матка Нигера. А я им отвечу то, что она все равно мне была дорогая, я за ней ухаживал, и как-то я к ней уже привык. Я отодвинул брюшко и предполагаю, что данный объект – это прямая кишка. Сразу же говорю, матка была мертва, и никакого вреда я ей не причинял. Сейчас вы увидите фотографии внутренностей данной матки поближе. Оставить это так я просто не мог. В знак памяти я решил похоронить данную матку. Для этого нам понадобится вот такой вот маленький кусочек бумаги. Дальше закрепим мы это все на скотч. А также надпись. После я обворачиваю в вату. Матка ее очень любила. Пусть земля и будет пухом. И теперь можно уже будет хоронить. Но этот кадр я уже не покажу. Кому-то это покажется дичью, но я не мог это оставить так. Всем спасибо за просмотр, всем пока.